Планировалось, что открытие парка состоится уже в начале декабря. Теперь райдерам придется подождать. В графике строительства наш город стоит только в январе. Организаторы объясняют это тем, что не все горнолыжные комплексы могут предоставить необходимое количество снега и температурный режим в начале зимы. Видимо, самохвал в их числе. Возведение трамплинов займет примерно 2 недели. Расписание строительства парков подвижное, предупредили организаторы. Поэтому вполне возможно, что современные трамплины, перила и фан-боксы в Абакане появится все же в начале, а не в середине зимы. Напомню, весной Абакан боролся с городами-миллионниками за современный сноуборд-парк. В эфире «Нота Бена» отдать голос за столицу Хакасии призывали Николай Булакин, Валерий Денщиков, Владимир Костюш. Абакан стал вторым в гонке городов, обойдя Ижевск, Мурманск, Тюмень, Владивосток и Оренбург.